бывает в жизни подчас. Наша встреча караулила нас. Я заметил твой смеющийся взгляд и влюбился, как пацан, в первый раз. А ты стоишь на берегу в синем платье, пейзажа краше не могу пожелать я. И распахнув свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой, бой, бой. А впереди еще 3 дня и 3 ночи, и шашлычок под коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. У тебя далеко дом и семья, и меня с курорта ждут сыновья. Так что в этой бесшабашной любви между нами получилась ничья. А ты стоишь на берегу в синем платье, пейзажа краше не могу пожелать я. И распахнув свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой, бой, бой. А впереди еще 3 дня и 3 ночи, и шашлычок под коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. С тобой навсегда нас затянут суетой города, только изредка всплакнут 2 души. Как же счастливы мы были тогда. А ты стоишь на берегу в синем платье, пейзажа краше не могу пожелать я. И распахнув свои шальные объятия, ласкает наш морской прибой, бой, бой. А впереди еще 3 дня и 3 ночи, и шашлычок под коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. Ну что ж, приветствую вас, уважаемые друзья. Сегодня по вашим просьбам разбираем песню Трофима, которая называется «Город Сочи» или там «Шашлычок под коньячок», как кому будет угодно. Вот. Ну, «Город Сочи», по-моему, называется. Значит, как вы заметили, песня играется, ну как сказать, достаточно непросто, тем более еще 3-й куплет переходит в другую тональность. Ну, давайте разберем все. Вначале аккорды, потом бой и всякие нюансы этой песни давайте разберем. Значит, что у нас? Вначале играется проигрыш. Проигрыш играется, состоит из 3 аккордов. Это соль минор, ля мажор и ре минор. Я не буду показывать, как какой аккорд берется. Думаю, что вы это должны уже знать. Я просто обозначаю, какие аккорды здесь используются. Вот, это проигрыш. Дальше у нас идет куплет. Куплет начинается также с аккорда соль минор. Вот ведь как бывает в жизни подчас. Дальше ля мажор также. Наша встреча караулила нас. Дальше ре минор. Ну все как получается в проигрыше. Опять на ре миноре остаемся. Я заметил твой смеющийся взгляд. Также соль мажор. Потом идет аккорд до мажор. И влюбился как пацан. Фа мажор. И здесь такой неудобный момент. Нужно играть ре диез мажор, который берется вот здесь у нас, вот таким образом. И тут же мы сразу переходим на ре мажор. Вот. То есть как бы можно упустить этот аккорд, но будет звучать не так красиво. Или же сыграть это где-то вот здесь. А, так, секунду. Допустим, кто берет с баре в этом месте. Ну, я играю вот как бы вот здесь. Получается, я заметил твой смеющийся взгляд и влюбился как пацан в первый раз. И как бы сразу съезжаю. То есть я беру его немножко неправильно, не так, как обычно ре мажор берется, а так, как у нас была здесь шпала, это баре, то
вот так вот. Такой момент немножко, который нужно отработать. Это как бы нюанс, о которых я говорил. Ну, либо же играйте вот здесь, ре-мажор. Кому удобнее. Это закончился куплет. Дальше идет припев. Как это называется? А ты стоишь на берегу в синем платье. Ну, так же все, собственно говоря, соль минор, платье, ля мажор. Пейзажа краше не могу, ре минор пожелать я. Потом у нас идет такие переходные, они будут тут 4 раза в припеве. Это аккорд ре, септаккорд. Вот так вот он берется. И распахнув свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой, бой, бой. И опять вот этот аккордик ре. Ну, как ре-мажор, только зеркальное отображение его получается. Вот, ре, септаккорд. А впереди еще 3 дня и 3 ночи. И шашлычок, как коньячок, вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. Вот, ну и ре минором опять все заканчивается. Собственно говоря, дальше идет второй куплет, все по такой же схеме, все те же аккорды. Вот. И, ну, по большому счету, можно играть всю песню в этой тональности. Но, как у Трофима играется, у него третий куплет переходит в другую тональность. А именно... Мы расстанемся с тобой навсегда. Между нами... Как там у нас? Нас затянут суетой города. Значит, здесь у нас аккорды меняются. Ну, кстати, если вам сложно будет брать вот эти вот аккорды, о которых я говорил, ре, диез, мажор, то вот эта тональность вам подойдет, потому что здесь нет таких хитрых аккордов. Ну, давайте сейчас посмотрим. Значит, ми минор. Мы расстанемся с тобой навсегда. Ля минор. Нас затянут. Ну, здесь для удобства я беру H7 аккорд, C7 аккорд вместо си мажора. Ну, он тут звучит нормально. Нас затянут суетой города. Потом то же самое. Только изредка всплакнут две души. Ля минор. Здесь ре мажор. Как же счастливы, соль мажор, мы были тогда. И фа и ми. То есть вот тот момент, который мы играли вот здесь, он переходит сюда, и здесь он играется более удобно. То есть фа мажор и ми мажор. А ты, здесь пауза. А ты стоишь на берегу в синем платье. Здесь ля минор. Опять си септаккорд. Пейзажа краше не могу. Ми, ми минор. Ми пожелать я. Потом ми септаккорд. И распахнув свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой, бой, бой. Опять си, ми септаккорд. А впереди еще 3 дня и 3 ночи. И шашлычок под ногами. Ну, в общем, все то же самое, только уже в этой тональности. Поэтому, если вам сложно играть в той тональности, в оригинальной тональности Трофима, то предлагаю вам играть вот в ми-миноре, получается. Как же так бывает в жизни подчас? Наша встреча караулила нас. Я заметил твой смеющийся взгляд и влюбился, как пацан, в первый раз. А ты стоишь на берегу в синем платье, и за украшу не могу пожелать я. И распахнув свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой, бой, бой. Ну, в общем, все в таком ключе. Так, давайте теперь насчет боя. Ну, бой там в песне вообще немножко, наверное, другой, но я сделал его вот таким вот, не знаю, как сказать, дворовым или блатным, как его назвать. Ну, принцип такой, значит, как мы это дело играем. Ну, принцип боя, я думаю, кто играет на гитаре, тот знает, что извлечение, ну, не боя, а вот именно боя такого типа, скажем так, где идет извлечение из басовых струн большим пальцем. То есть чередование басовых струн с ударами по нижним струнам. Ну, если упрощенно, вот, вы большим пальцем извлекаете звук из 6-й, 5-й, либо 4-й струны, в зависимости от аккорда, и потом бьете по струнам уже указательным пальцем. Ну, здесь бой, он такой своеобразный, я его где-то там что-то добавлял, что-то убавлял, но общая схема такая. Вы извлекаете звук из басовой струны, то есть звук из басовой струны, бьете вниз, потом опять из басовой, и
снизу, вернее, вверх и вниз. Вот так. Ну, это упрощенное. А там, по ходу, уже идет какая-то импровизация, какие-то моменты там. Где-то оттяжечку какую-то делаете, где-то зависаете, где-то, может быть, приглушиваете. Ну и все вот эти моменты соблюдаются для красоты исполнения. Именно там, когда заканчивается проигрыш, да, там, вот, ну, перед куплетом, то есть, хоп, пауза. Вот ведь как бывает в жизни в час. Ну, я думаю, это такие эмоциональные моменты не стоит объяснять, но все-таки, как бы. И там, допустим, перед припевом, там, как у нас, и влюбился, как пацан, в первый раз. А ты стоишь на берегу в синем платье. Ну, то есть вот эти все моменты, вот эти все паузы, нюансики, они украшают песню. Вот, ну, как бы все, насчет боя, я даже не знаю, что еще тут объяснять. Вот такой. В принципе, бой может быть каким-то вашим другим. Там, ну, как что-то такое. А ты стоишь на берегу в синем платье. Пейзажи хорошо, не могу пожелать я. И распахну свои шалюя. Ну, это вот. Смотрите по своим там способностям, возможностям, может быть, такое что-то типа. Вот ведь как бывает в жизни подчас, наша встреча караулила нас. Тоже подойдет, в принципе. Ну, поэтому насчет боя вопрос открытый, это всегда в разборах с боем такие вот заморочки. Ну, думаю, что все объяснил, надеюсь, что все понятно, доступно было. Если что, задавайте вопросы какие-то в комментариях. Напоминаю, что мы разобрали с вами сегодня песню Трофима, которая называется «Город Сочи». Я желаю вам всем хорошего дня, хорошего настроения. В общем, всего самого-самого хорошего. На этом у меня все. Всем пока!